Все, бросаешь меня. Зайка, пожалуйста, лечись, хорошо? Эти да. Ну, я не знаю, что. Мне хуже сегодня, чем вчера. Хотя вчера я все таблетки принимала, и горло пшикало. Значит, это у тебя не вирус, а просто у тебя горло. Да нет, ну типа, у меня ж не только горло. Если бы был вирус, то тебе бы таблетки помогли, сегодня бы не было температуры уже. Потому что с них хорошо. Да но нет. Ты все равно 3 дня допей их тоже. Угу. А это самое. Горло пшикай. Все, нос капай. Эми я накормила. Попугаем корм поменяла. Завтра поменяешь. Улиткам вчера положила. Завтра тоже положишь. Другое. Тыри-тыри-тын. Все. Попугайчика выпускаешь. Стучки накрываешь. Дверь в спальне закрываешь. Чтобы они туда не залетали. Да все, иди уже. Хватит заданий. Все, видео выпускаешь. Ага. Я смотри, как я еду. Настя наконец-то с Катей занесу их тапочки. Хороший рюкзачок, вместительный. Так. А что ты его напихала как бочку? Ну ничего, я же на машине. Я еду на машине с Леной в Резина Лайф. Буду снимать на телефон влог, как мы будем ехать. Они тоже сегодня едут в Черкассы и сказали, можешь ехать с нами. Настя не едет назад, поэтому место в машине есть, так что... Все, я пошла, все. Пока. Пока. Нам еще большой фотик, если что. Вдруг на 2 будешь снимать. Пока. Ушла. И мне кучу всего надо сделать. Я из-за того, что вчера себя не очень хорошо чувствовала, думала, типа, не буду ничего делать, отлежусь, все задания поделаю, типа, завтра, ну, то есть сегодня. В итоге мне, по сути, сегодня хуже, чем вчера, я не знаю, с чем это связано, но, типа, я подозреваю, что это просто иммунитет слабый. Ну, короче, в итоге мне завтра надо уже идти на пары, мне фигово, куча всего надо сделать и выучить. Боже мой, капец. Так, у нас с вами сегодня по плану довольно много работы. Не знаю, сейчас, наверное, выпью Терафлю, типа чай против симптомов, сырочек, чтобы симптомы чуть подупали, и я чувствовала себя легче. Будем с вами делать все, что нам нужно, потому что мне нужно сделать 2 предмета так точно по учебе, написать конспект, записать в планер дела на следующие пару дней, потому что я вчера ничего не заполняла и позавчера. Ну, короче, будем сейчас с вами записывать вот эти вот все дела, мелочи, и будем готовить завтрак, потому что нечего кушать. Я маме последнюю еду только что высыпала, скажем так, на завтрак. И себе ничего не осталось. Надо вот это вот все поубирать тоже, потому что капец, посуды надо кучу помыть. О, да. Господи, засрались немножко. Я за последнее время так привыкла сидеть в своей комнате, что теперь мне кажется, что я все свои дела могу делать только в своей комнате. Мне надо как-то сегодня морально перебазироваться
на гостиную, чтобы я там тусила весь день. У меня тут много дел. И когда я здесь провожу время, я вижу больше как бы срача и того, что мне нужно сделать. Поэтому вещи, которые я хочу разобрать, я перетаскиваю сразу сюда. Ой, позаметать надо, потому что я тут вчера накрошила всякими печеньками, блин. И сори, что я сегодня так тихо буду разговаривать. Сделайте звук погромче, но просто у меня больное горло, и я не хочу сделать хуже. Так, что дальше? Боже, мне надо очень помыть голову, я ее уже три дня не мыла. Так, все, сюда пока двери закрываю, сюда мне в ближайшее время нельзя. Ага, мне как раз сюда сейчас надо. Так, окей, у меня есть чуть-чуть макарон еще. И есть яйца. Я сейчас себе подогрею макароны. И пожарю два вот этих яйца, потому что у меня нет особо времени сейчас готовить все с нуля. О боже, надо помыть сковородку. Так, сначала я вкратце распишу свои задания, чтобы хотя бы чуть-чуть видеть все, что происходит. Так. Понедельник, вторник, сегодня среда у нас, по-моему, да? Да, сегодня среда. Вот смотрите, у меня был понедельник, воскресенье у меня вообще было почти не расписано, понедельник чуть расписала. Вот вторник вообще ничего не было заполнено, потому что я была весь день дома, короче, и лечилась вчера, походу, не особо успешно. А вот это вот надо на сегодня и на завтра заполнить. Так. Господи. Сейчас у нас какой час? Сейчас ровно 13:00. Значит, вот сейчас 13:00. Что мне нужно сделать? Список покупок пустой, потому что я сегодня никуда выходить не буду. Так, а завтра что? А, у меня завтра собрание в автошколе. У меня по старым записям написано, что завтра у меня экзамен по народному, но его перенесли. А я так обосралась только что. Завтра нужно покормить животных обязательно. И выложить видео. Вроде бы все пока что. Выпить лекарство, приготовить ужин, разобрать вещи, сделать домашку, помыть голову, проверить сайт эпицентра и напишу еще в общих чертах поубирать. Потому что у нас прям срач. Так, все, я пошла греть себе завтрак. Знаете, что я еще хочу? Если у меня будет сегодня возможность, я еще хочу покрасить брови, потому что я уже кучу времени просто собираюсь это сделать. И если вечером у меня сегодня будет сила и желание, я покрашу брови. Приблизительно вот такой список у меня получился. Ну, распорядок я записывать не буду, потому что... Что это? Потому что у меня нет четкого плана именно по времени сегодня. Буду делать все по мере возможности. И, в принципе, у меня такое довольно часто бывает. Я распорядок далеко не всегда расписываю, то есть как получится.
потому что, вот, допустим, была суббота-воскресенье, выходные я вообще практически не расписываю, я на выходных отдыхаю. Хотя это неправильно. По сути, на выходных у нас есть куча свободного времени, я бы могла, наоборот, его планировать более тщательно, но пока что я не до такой степени постигла свой дзен. Блин, я вспомнила еще, мне еще нужно принять заказы на в магазине с улитками. Боже мой. Да. Так, посуда помыта, сковородка тоже. Сейчас буду греть себе кушать. Ага, что-то у нас с той конфоркой проблемы, кстати. В смысле? Класс, ади газ. В смысле? Ну, супер. Алло. Алло, мам, слышишь? У нас что-то с плитой проблема, подача газа не идет. Я забыла тебе сказать, я его перекрыла вот там сверху, справа, на трубе. Вентиль поперед. А что там мне такое ощущение, запах, я слышу газа периодически, чувствую. Поэтому ты готовишь, а потом выключай и вентиль закрывай. Я приеду, вызову газовщика, чтобы он вот этот, который торчит со стенки справа? Да. А в какую сторону? В какую крутится, в той крути. Она в одну будет. Там полоборота будет или полный? Вертикально должна она стать. Да, вижу. Так, теперь должно тебе пойти сейчас. Ага, все есть, хорошо. Давай. Пока. А то я уже испугалась, что мне придется вызывать мастера и чинить все, потому что мне же надо как-то готовить кушать себе. Так, хорошо, теперь все намного лучше. Ну, о, да, сложно с этой плитой на самом деле. Может, надо переодеться, а то я хожу как бомжара в этой кофте, но вы извините, но типа реалии жизни. Так, и сделаю потом себе чай обязательно, потому что купец.
посмотрите, какая у нас сегодня погода. Снежок идет, вон маленький человечек бежит по улице. Еще 30 секунд и все. Так, это надо куда-то убрать. Меня вот это очень напрягает. У нас тут какой-то склад непонятно чего. Мандаринки это сюда. Бананы и мандаринки это сюда. Я потом это выложу на тарелочку. Красиво поставлю. И вот это все, конфеты, печенье тоже сюда. Уже становится лучше. Так. Я люблю, когда яичница, типа, как это называется, глазурью, да? Включила себе Спанч Боба в прямом эфире в Ютубе. И буду кушать. Всем приятного аппетита. Так, я уже поела, побирала на кухне. Там сейчас все по-человечески. Пришла на диван, сейчас сяду с пледиком и попью чай. Ну, как чай, я заварила себе тарафлю. Типа специальный чай против симптомов, против температуры. Посмотрю сейчас одну серию губки Боба и все. Извините, что я полвлога себя снимаю как-то вот так. Просто я реально не очень в восторге от своего внешнего вида сегодня. Поэтому я как только приведу себя сегодня в более или менее человеческий вид, я буду в порядке. Если вообще приведу, потому что я подозреваю вообще, что я буду целый день как кусок какашки. Так, задачу номер один на сегодня свою я выполнила. Я поубирала на кухне. Тут у нас теперь порядок. Вот так вот. Помыла пол,
все такое. Тут чуть-чуть поубирала в комнате. А, ну это мне надо будет сейчас в шкаф сложить. Переставила, кстати, тумбочки вот туда, потому что здесь они меня немножко напрягают. Короче, да. Буду сейчас разбирать вот эти вещи, а потом, наверное, пойду в душ, умою голову и все такое. Кстати, очень большую часть этих вещей, если даже не все, мне придется постирать, потому что они очень сильно воняют гарью и проводкой. Я подозреваю, что они не выветрятся, короче. Вы не поверите, у меня получилось. Я просто в шоке. Весь шкаф разобран, вещи убраны. Ну, типа, это тут мамины я еще часть нашла, пока сюда положила. Не знаю, пускай она потом разберется. Тут только мои штаны, в основном все на вешалках. Короче, я очень рада. И большую часть вещей своего комода я тоже сюда перенесла. То есть в комоде я оставила минималку вообще. Чисто тут мои всякие такие мелочи. Тут танцевальные какие-то вещи, типа топы, какие-то еще футболки, купальники, получешки, колготки в сетку. Тут белье. Тут какая-то домашняя одежда, какие-то колготы теплые. Не знаю, куда их положить, поэтому пока сюда положила. Тут всякая движуха из того, что я редко пользуюсь, какие-то мелочи тоже. Там мама какие-то вещи сложила, я туда вообще даже не залажу. Вот так вот. Так что ура, у нас больше совершенно не осталось пакетов, которые нужно разобрать.
Я нас поздравляю. Так, можно поставить жирную галочку. Прям сейчас кайфану. Разобрать вещи. Класс. Так, домашку не сделала, ужин не приготовила. Ох, еще много всего. Ну, короче, я думаю, что я не сделаю сегодня все, понятно. Но я хотя бы попыталась, я хотя бы начала. Все, я пошла в душ. Все, еще одна задача на сегодня выполнена. Дальше масло. Это глискур. Я не помню, какое именно. Какой-то смесь масел роскошь для всех типов волос, короче. Модно вообще. Что за Брежнев? Здравствуй. Решила тут покрасить брови. Как раз под руку попался пакетик хны, и я такая, да, сейчас. Это недолго, поэтому делаем красоту. О, так, кстати, приятнее. Ой, это так сложно. Чё я такая стрёмная сегодня? Да ладно, не только сегодня. Я уже устала делать их одинаковыми, поэтому просто забью. Класс, обожаю забивать на вещи. Короче, похожу минут 10 и буду смывать. Я первый раз, кстати, крашу этой хной. Я раньше красила краской Elan, но я сейчас не смогла ее найти. Со всеми этими переездами она где-то завалялась в другом месте. Поэтому я красила хной. И волнуюсь, что получится не так, как мне надо. Короче, я сейчас уже, наверное, буду заканчивать сегодняшнее видео, потому что мне его нужно еще сейчас смонтировать. Если я хочу успеть это сделать, то мне нужно уже сейчас перестать снимать. Поэтому я вам сейчас вкратце расскажу, что я буду делать дальше. Дальше у меня по плану сесть, написать какие-то конспекты и все. И лечь спать. Я не буду уже готовить ужин, я перекушу, какие-то бутерброды себе сделаю, наверное. И все. Да, ну короче, сделали вид, что покрасили брови. На самом деле ничего не изменилось. Ну как? Капец. Времени только жалко. Вот, наконец-то, в конце видео, когда буду прощаться, я смогла показать свое лицо. Что, спасибо вам за просмотр. Завтра тоже будет новое видео, как обычно. Люблю, целую. Кстати, чувствую я себя немножко лучше. Мне кажется, просто температура прошла. Но я пила терафлю, типа температура сбилась. Надеюсь, что завтра утром все будет нормально, и я смогу спокойно себя на пары привезти и там позаниматься, потому что это плохо, если я буду себя плохо чувствовать. Это логично. Короче, всех люблю, целую. Сейчас вот сяду сюда, возьму тетрадку и буду писать. А пока видео там будет скидываться на компьютер. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся.
подписывайся на канал В. Виктория.